Приносить радость детям – задача благородная. Настоящий праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малоимущих семей устроили недавно благотворители Карачаева-Черкесии в поистине сказочном уголке Северного Кавказа, в туристическом комплексе «Чайный домик», который уютно расположился в окрестностях Кисловодска. Волшебный день с эпическими сказаниями о богатырях, героях нардского эпоса. В воротах детишек встречает местный аксакал в папахе и бурке. Он сегодня для ребят экскурсовод. А давайте все скажем ассаламу алейкум громко. Ассаламу алейкум! Алейкум ассалам! Ой, сколько тут детей! Все горцы горянки, да? Да! Вы готовы зайти в сказочный город? Да! А знаете, как этот город называется? Буквально с первых слов старца становится понятно, что этот день будет незабываемым, как для мальчишек и девчонок, так и для их родителей. И вот они в доме у Эмигена. Здесь буквально все пропитано волшебством, и интерьер соответствующий. А вот и сам великан, весьма дружелюбный, кстати. Детки рассказали ему стихи и прочитали суры из Корана. У всех есть свои слабости, их надо просто преодолеть. Достаточно только поверить в себя, собраться с духом, и все получится. И действительно, все у Аминки получится. Она уже многого достигла, и даже серьезный диагноз ДЦП преодолевает вместе со своей мамой. Каждый их день посвящен борьбе с недугом, и болезнь потихоньку отступает. Больше как-то мы наклон сделали на ЛФК, массаж, да, вот физические процедуры, бассейн, плавание. Вот как бы благодаря этому ездим, я еще раз повторяюсь, в Москву постоянно. Там мы проходим комплексное обследование, лечение, реабилитацию. И, ну, где-то, сказать, года вот два потихоньку она начала сама ходить, вот. Где-то лет в 6 она отпустила ручку и пошла. В этом году Аминка пойдет в первый класс, в обычную школу. И ее мама уверена, что все у них с дочкой получится. А этот день станет самым ярким воспоминанием лета для всех детишек, кто здесь побывал. Алина Баташева, Назир Капушев, Эмиль Маркарян, Архыз, 24.